предупреждение. Аллигатор. Плавайте на свой собственный риск. Здесь нет спасателя. Ну и бог с ним. Ой, какая красота. Боже мой, это рай. Это рай. Сложила свои вещи и пошли. Вода холодная, прихолодная. Что делать? Ой, прям холодная. Ну, конечно, ночью. Ночи такие холоднющие были. Хотя вода всегда 72 градуса здесь. Она же бьет из-под земли. Ну что, ныряем? Ныряем. Боже, какая вода. Ой, какая водичка. Очки я не поменяла. Твою мать. Сейчас просто туда поплаваю без ныряний. А потом приду с очками, чтобы нырять. Ай, какая красота. Холодная вода, однако. Реально холодная. Идем. О, мамочка. Ой, мамочка, как хорошо. Ой, как хорошо, господи. Ой, как хорошо. Ой, какая красотень. Все, уже привыкла. По пояс я уже привыкла. Сейчас же еще окунуться нужно. Ой, пошли пока погуляем. Ой, боже, как здорово. Была моржиха столько лет и превратилась вот вообще непонятно во что. Ну все, уже привыкла к воде. Вот она, рыба, вот она. Распугала стаю.
would be a hole going in. It's a pretty big hole. It's pretty big. You can't miss it. Хорошо, как вас. Можно ловить. Вот она моя рука. Вон они такие громадные. Да жирные какие, да вкусные ж какие. Это сказка, вон они опять пошла целый. Вон их сколько, вон их сколько, вон их сколько. Обалдеть, сколько рыбы. Да какая же она громадная. Here, I'll take it.
Ой, красота какая. Глубоко-глубоко. Я второго места, как здесь, вот с такими рыбами, не видела нигде во Флориде. Вообще нигде не видела. Это удивительно, конечно. При желании. Ой, красота какая. Вон они опять. Провоцируйте на съемку. Уже идите куда-нибудь. Не могу оторваться от них. Ой, какая вода, божечки мои. Это сказка. Боже, какая красота. Ой, какая же красота. Тут уже сейчас будет по колено, там будет по лодыжку уже все. Пойдем там поплаваем среди корабликов. Такая насыпь здесь. Совсем уже. По лодыжку. Ой, хочу такой домик. Я хочу в таком домике жить. Обыкновенный понтун. И построена такая фигнюшка. Вот так утром встал, наплавался, рыбки наловил. Что еще надо? Кстати, надо подумать. Сделать такой домик, купить понтун.
Я иду, от меня волны разбегаются, он как солнце играет. Да, где-то здесь бы машинку ставить. Надо найти место, где можно ставить машину и жить в таком домике. Вот это, наверное, все, что я хочу. Дом на воде, лунные ночи, луна в воде, красота какая. Тут снова мне по колено. Надо, кстати, поинтересоваться. И вот когда у вас дом стоит на воде, вот такой домик, вы живете на воде, вам не нужно платить ни за... Сейчас переступлю. Ни за землю, ни за что. Продукты купил. Единственное, что с туалетом. Ну, кассетные туалеты есть. Вынес раз в неделю и прекрасно. Вот этот домик тоже постоянно здесь, мне уже потали. Постоянно здесь стоит, люди живут. Проще, конечно, лодочку купить, вот такой типа вот этой яхточки. Кстати, недорого можно купить. Там, собственно, мотор не нужен. Вот так вот поставил ее, и пусть она стоит, правильно? Ты на ней живешь. Вот такой вот понтон. Вот. Он стоит новый достаточно дорого. И вот на него установить вот такой домик. И все. Ну, конечно, когда будет ураган, это будет страшно, потому что все это может перевернуться, унести куда-то. Но ураганов бояться, на воде не жить. Правильно? Там даже два стоят домика рядышком. И тут аллигаторы, да, тут уже могут быть аллигаторы. Ой, красота какая. Давно, я думаю, о доме на воде, но машину негде ставить. Это же надо машину ставить на парковку. Хотя тут много рампов этих. Вот рампы. И здесь тоже есть. Какой домичек колюсенький, колюсенький. Вот большой домино стоит. Что так плохо видно? Классно. Ой, как здорово. Тут суббота-воскресенье, конечно, видимо-невидимо этих яхт, лодочек. Тут такие гулянки устраивают, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Тут плавать нельзя, но не нужно. У меня специальное решение. Но домик вот этот... Что там? Now available. Так его можно снимать? Класс! Сколько ж он стоит, интересно? Дорого, наверное, потому что я когда-то узнавала, дом вот такой очень дорогой, потому что там эти какашки надо выносить, всякое прочее. Ой, как здорово. Сейчас я сделаю фотографию, чтобы потом позвонить. А, это не домик. Это трип. Book your trip today. Хотя, может быть, можно арендовать и самому поплавать. Скорее всего, так и есть.
Ой, как здорово. Кто-то мешок потерял. За собой надо подбирать, нельзя так все бросать. Палок понаставили, раньше их не было. Надо, чтобы туда не заезжали лодки. Они обычно туда заезжали, в эти такие маленькие. В островке вон тоже дом на воде. И вот он дом на воде. Два дома на воде. For sale. Интересно, сколько же он стоит, for sale? Но он громадный. Класс. Вот когда мне исполнится лет 100, когда я не смогу уже ходить ножками, или мне будет тяжело ходить ножками, тогда я куплю себе такой кораблик. Малюпусенький совсем. Понтон, кстати, вот этот громадный, есть поменьше понтончики. Пальма упала. Пошли на нее посмотрим. Ой, как здорово. Моя девочка упала, не выдержала натиска погоды. Боже мой, ну какая же красотища кругом. Аж визжать хочется. Все, покупаю себе такой дом. Надо, кстати, посмотреть. Сейчас я посмотрю, сколько стоит вот этот. Он очень большой. Опять же, for sale. Сфотографировала. Все хорошо. Единственная проблема, я же говорю, это если будут ураганы. Конечно, если ураганы, это очень тяжело, очень страшно. Куда его тащить, куда его ставить? А ураганы бывают частенько здесь. Но тут такая бухточка. Я думаю, что вот тут ничего не случится, если тут его поставить. Мне так надеяться, хочется надеяться. Да. Можно было бы машину поставить на понтон и в ней спать. Но не получится. Утром аллигаторы будут в гости приходить. Как здорово. Прям сегодня начну заниматься вот этим, вот искать. Наверняка такие домики маленькие на понтонах и продают. Но я же одна. Мне же одной нравится вот такое, вот такая жизнь на воде. Правильно? Так, я иду. Я иду. Надо вычищать вот эти вот водоросли. Они такие страшные. Мне кажется, их раньше чистили. Но к лету наверняка почистили. Вода теплая, когда заходишь, такая холодная. Домик мой любименький. Я представляю, утром просыпаешься, тишина. Рыбка выскакивает из воды.
шум волн, пение птиц, закат, рассвет. Боже, какая красота! Ты на балкончик вышел, что-то приготовил, наплавалась от души. И целый день в воде. Вот это моя жизнь. Ну, конечно, когда-никогда брать машину и тоже куда-то путешествовать. Если без машины я не смогу. Ныряю. Очень мелко. Ай-яй-яй, камешки, камешки. 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 Ой. Быстрее такие. Теплая-притеплая вода. Еще раз говорю, когда заходишь, прям шок какой-то от того, что она холодная. Они пошли, пошли, я тоже туда пойду. Туда запрещено. Я уже говорила. Там мое секретное место. Обалденно просто. Не могу встать, а тут глубоко. Бездна, и там эта рыба кругами плавает. Так красиво. Фантастика просто. Вон она видна отсюда. Вон она. Closed to public. Но я туда уже плавала, поэтому я поплаву еще разочек. Мне можно везде, правильно? Правильно? Правильно.
И она опять ко мне плывет. Сейчас круги вот там нарежет, и снова я буду стоять молча. Я замерзла, кстати, немножко уже. Я стою молча, не двигаюсь. Меня.